Мы движемся через Ворошиловский мост с левого, с правого берега на левый. Я не знаю, работает фонтан или нет, но мы посмотрим фонтан. И там красивая-красивая Ростов-арена. Блин, мне она очень нравится. И там на смотровой, где мы были, кстати говоря, есть очень интересная история про канатку, которую я очень сильно надеюсь, что построят. Разговоры ведутся с 2011 года. Запустить ее первый раз хотели именно к чемпионату мира по футболу, который у нас проходил, благодаря которому построили эту арену в 2018 году. Но канатку до сих пор пока не построили. Там есть несколько вариантов. Один из них — театралка «Зеленый остров», левый берег. И вот я очень-очень хочу дожить, когда ее все-таки построят, и хотя бы один раз покататься. По проекту нашего, насколько я поняла, это машиностроительный институт, наши инженеры ростовские ребята делали этот проект. Канатка должна быть, сами кабинки закрыты, и я очень хочу дожить, чтобы все-таки ее построили, запустили. Строить будут бизнесмены, пилить нечего, это не метро, которого с 80-х годов пилят, блин, бюджет. А у нас просто такая фишка, что грунтовые воды не дают построить у нас метро, то есть у нас его никогда не будет. Но каждые 5-10 лет эту историю достают из нафталина и пытаются поделить бюджет. Получают какие-то деньги, и опять ничего не строится. Ну, в последний раз хотя бы городские электрички запустили. Вот я надеюсь, что ввиду того, что сам бизнес хочет вложить деньги в постройку канатки, я надеюсь, что она все-таки будет, и я на ней все-таки хотя бы один раз проеду, даже если мне будет 78 лет. Короче, движемся на левый берег и фонтан.